Для запеченного ролла в домашних условиях сделай шапку. Натри сыр, выдави майонез, добавь сливочный сыр, икру из банки и острый соус. Все хорошо перемешай до однородной массы. Забей в мешок. На лист нори выложи 140 грамм риса. Распредели. Добавь сливочный сыр, слабосоленую семгу и немного огурца. И придерживая пальцами начинку, скрути ролл. Смажь для склейки и сформуй красивый квадрат. Возьми острый нож, смочи и порежь ролл на 10 частей. Выложи срезом вверх. И из кондитерского мешка на каждый кусочек выдави шапку. Вот так, чтобы было красиво. Противень застели фольгой и смажь растительным маслом. Поставь ролл и запеки в духовке при температуре 200 градусов. Подготовь все это добро, выложи ролл на красивую тарелку, посмотри, что получилось. Бери палки, макай и съедай, пока никто не видит.